Oğlum, dostlarım. Ukrayna silahlı qüvvələrinin 93-cü moto atıcı alayı Xarkova hücum edən işğalçı Rusiya ordusunun hərbi kolonunu canlı qüvvə və texnikası ilə birlikdə tamamilə məhv edib. İşğalçıların necə və hansı vasitələrlə məhv edilməsi haqqında alay komandiri jurnalistlərə məlumat verib. Həmin reportajı sizə təqdim edirik. Kolona. Dəjdəlis. Отработали результаты. Всех треба. Слава Украине. Ну, было 7, уничтожили 4, а остальные 3 попадали в кюветы. То есть колонна никуда не ушла. А там вот... А живые остались? Да, сбежали, их словили местные. Потому что эти сволочи вернулись в село, блядь, начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать. Домов кузов. Что осталось? А какая ракета была? Штурмно, все штурмно. Штурмно отработали. Вот, блин, это домкрафт. А тут вот так пипец, пол машины нуль, вообще, блин. Машина абсолютно новая, блин. Двигатель все новое. Сейчас тут может... О! Не обугленный. Гуляш с картофелем. О, сейчас еще что-то найду. Вот какие-то джемчики. Я посмотрю. Рагу из овощей. Посмотри, какой баночки. А, это Ураль. Нет, это Ураль. Это вот такое вот счастье, блядь. Машина полностью... Не, что только не валяется. Вот цинки с патронами, блядь, всех калибров. Ящики. Разрывало. А там целых очень много. 17, 78, 50. Ну, это видишь, разные модели танков. Вон, видишь, из России там замалевано что-то. Да и как бы отверточка, чем крючочек. Ножик. Можно и нож. Да.